Всем привет! И с вами снова я, Арсения. И сегодня в нашей школе юного кулинара я вам покажу, как быстро, легко, просто, а главное красиво почистить яйца от скорлупы. Теперь я возьму яйцо, положу его в стакан. Потом залью туда немножко воды. Угу. Теперь закрою его рукой и буду трясти. Теперь я потяну за шкурку, и оно... Теперь я возьму еще одно яйцо и опять опущу его в стакан. Залью совсем немножко воды. Вот так. И потружу. Теперь я потяну за скорлупу. Вот у меня оторвалась такая скорлупа. Ее положу туда. Вот такое ровное яичко красивое у нас получилось.